Привет, это Streets of Rage 4. Я все-таки решил продолжить проходить эту игру, она мне понравилась. Чего скрывать, я хочу пройти ее до конца. Я, правда, понизил уровень сложности, потому что мне действительно одному довольно сложно здесь играть. Возможно, это связано с нехваткой опыта в данных играх. Но я не хочу по 50 раз перепроходить один и тот же уровень. Именно поэтому я и понизил. Если бы надо было просто каждый раз босса заново бить, это другой разговор. А целый уровень — это очень жестко. Плюс я играю один, вдвоем-то намного легче. Ну так я, наверное, не должен все-таки проиграть. А игра классная, действительно. Я уже хочу пятую часть. Да, блин, отвалите. О, давай сюда свой вонючий шокер. Они меня толпой прессуют, это жестко. Шокер где? Или он его потратил уже? Как от этого уворачиваться? Здесь же никаких уворотов нет. Может, я чего-то не знаю? Все, отлупасили его и прошли второй уровень. И... бонус за здоровье, бонус за звезды. Общий счет. Не самая лучшая оценка причем. Ну ладно. Сменить игроков. В смысле персонажа своего? Так-так. Наконец-то у меня появился шанс лично встретиться с легендарным кем-то там. Ты еще кто такой? Можете называть меня мистер Игрик. Мы с сестренкой теперь всем тут владеем. Да, если честно, вы порядком тут накуролесили. Но мы готовы сделать вам очень щедрое предложение, чтобы покончить со всеми недоразумениями. Только не торопитесь. Обдумайте все тщательно. Ну раз так... у них пушки, а у этих просто кулаки... Хотя у того мужика вообще железные руки. Какая следующая локация? Грузовое судно. Мне кажется, самолет будет последним. Почему-то. Стоп, секунду. Все, можем продолжать. Кстати, вот где помощь выбирается. Выбрать помощь. Воу, бочка! Я-то думал, там что-то лежит. Лут какой-то. Ну ладно, теперь будем знать. Лыжанулся, конечно, на славу. В принципе, я мог бы и на предыдущем уровне пройти. Сложности. Но мне бы пришлось страдать. То есть перепроходить. Очень внимательно играть. А тут можно расслабиться, просто ходить и хлупасить. Потому что жизни здесь целая куча. А я не знаю, в чем отличие? Не только же в жизнях. Скорее всего, в уроне. Бам. Да блин, угомонись. Говнюк. Ты тоже. И обычно такие игры мне не особо-то нравятся. Но это прикольное. Это действительно стоящее. Воу. Вот там звезда. Я рассчитывал там еду найти. Это кто, босс? Да что ты делаешь? Зачем ты его схватил? Вот овощ.
Ну да, вряд ли бы я обошелся здесь без урона. Но мне бы не помешала хилка. Да угомонись же ты, щенок, блин. Надо с бочками аккуратнее быть просто. А не как я. Эй, привет. Или это мини-босс какой-то? Биг Бен. Я думал, он будет полноценным боссом здесь в конце. Но скорее всего, в конце самой игры будет как раз вот этот чувак, которого нам сейчас показали. Или его сестра, он же сказал, что городом владеет вместе со своей сестрой. А ну, овощи, угомонитесь. Да ну релакс, вы чего? Да блин. Получи. Получи еще. И погоди. Все. Погнали. Все стоишь, кого ждешь? Друга своего? Вы втроем мне ничего не сделаете. Все, угомонились. Теперь я возьму трубу. На. О, я ее в полете поймал. И достижение за это дали. Ощущая свою крутизну. Но это действительно было круто. Не. Давай. Лашпед, вот это яблоко лежит, да? Добрый вечер. Это тоже не босс? Нет, это босс. А это получается очень короткий уровень. Тут все уровни довольно-таки короткие, но этот вообще. Минут на 5. Меньше. Вот это что такое? Ладно, я это использовать не буду, возможно, это хилит. Да блин, угомонись. Это она их такими сильными делает? Надо ее просто лупасить и все. Ладно, возьми вот это. А, это просто оружие. Пропаганда трезвости. О, вот это можно съесть. Сейчас получишь. За все. Ты тоже. Но она их бьет, они становятся сильнее. Если не позволять ей бить, а это легко довольно-таки делать. То есть ее можно перебивать. Да ё-моё. Сюда подошла. Прошли. Почему мне не дают лучшую оценку? Дальше. Черт! Это было больно. Но скоро станет еще больнее, если мы разобьемся. Зря она об этом сказала. Старый причал. Хотя, видимо, они не успели выпрыгнуть, да? А я думал, она сейчас скажет. И они такие опять в воду оба. Постоянно какие-то новые персонажи здесь появляются. Я про врагов. Это круто. Блин. Тут дыра, я ее не увидел.
Ее, видимо, можно перепрыгивать. Она меня перебила в воздухе. Да умри! Блин, а как мне это контрить-то? Они прыгают и по-любому долетают. То есть, если только отходить или что? Кто жив? Блин, а если я не пройду этот уровень? Плоховской. Да блин, она меня перебивает, реально вот. Я делаю удар, но в воздухе она меня перебивает. Опять какое-то достижение. Блин, я в яму эту упал, что ли, да? А их можно туда закинуть? А ну лети. Вот это я съем. Бабки. Блин, я там, возможно, наверх мог уйти. Но облажался. Все, пока. Пока, я говорю. Да задолбали. Это много жизни отнимает, да? Ну кто так бегает вообще? Ты что, нормальный, нет? Минус жизнь. Этот уровень не из простых, да? Да задолбали. Тупые овощи. Они мне так все жизни отнимут. Они меня в эту долбанную яму скидывают. И все. Копы еще пришли. Вот этих я, кстати, терпеть не могу. Что одних, что других. Щит очень долго надо перебивать. Да блин! Вот идиот. Прыгнул в яму. А этих тупые шокеры. Одного загасили. Может, здесь босса хотя бы не будет, потому что это жестко. Да блин! Вот как? Как с ним справляться? Боже, как они меня напрягают. О, так он подойти не может, лох. Ой, ее опять поймал в полете. Вот это я крут. Стоп, а вот сюда я могу зайти? Я думал, там может что-то лежит. Так. Вот чё, алкаши, блин, здесь собрались. Надеюсь, ваших тупых друзей здесь не будет. Пока-пока. Хоть меня швырять. Что за бесчеловечность? Блин. Я еще не достаю. Продолжаем. О, там на заднем плане копы лупасят этих. Это уже босс, да? Нифига себе, блин. Реально боец спецназа. Да блин, подойди ко мне. А то я как лох, стою, воздух бью.
Хватит меня перебивать, блин. Сюда подошла? Ой, неприятно, да, когда мажешь? Коза ходячая. Зацепил, зацепил ее. А что, у него вторая стадия? Слишком рано она звякнула своим пацанам. Да боже! Возьми. На! Блин, она перебивает. Почему они могут меня перебить, а я их не могу? Да долбанный ты терминатор. Что она еще вызывает? Ясно, пацанов своих. В чистых рубашках. Минус я. Да боже. Сюда подошла. Подошла. О, нормально, она ничего не смогла сделать. И сейчас. Все, круто. Круто! Мне даже написали об этом. Бонус за звезды, общий счет. Место. За 7 минут прошли. Я не дам вам так легко уйти. Слушайте, мадам, вы разве не врубаетесь, что за всем этим стоит кто-то там? Заткнись, вы нарушили закон, и мой долг упечь вас за решетку. Диспетчер, запрашиваю помощь, пришлите всех, кто есть. Мы окружены. В этот раз им нас не взять, приготовьтесь. Кто-то новый? Привет, ребята, давненько не виделись. Папа? А ты кто такой? Спокойно, детектив, я из отдела спецрасследований, отпустите их. Отвали, это не твоя юрисдикция. Да, рисковатая дамочка, идите, я разберусь. Папа, я тебя не отпущу. Не волнуйся, малыш, я больше никуда не денусь, я буду рядом. Папочка пока просто поговорит с той тетей. Открыли Адама. А я могу его выбрать? Я хочу за него поиграть. Это как раз-таки тот персонаж, который был скрыт. Эй, ты, достань мне эту трубу. О, спасибо. Все так просто. Они там почти сдохли. Они же не начнут мутировать? Вот это что? Оу. Да, это жестко. Это лучше хотя бы пропадает. Ой. Давай, дохни здесь. Неудачник. Вот этих терпеть не могу. Вот в кого надо было кислотой бросаться. Да сдохни. Все, минус они. Взяли курочку. Давай, иди сюда. Иди, иди сюда. Молодец. Бросил его. Да подходи ты скорее. Все, стойте здесь. Не надо прыгать. Ну вот зачем? Зачем они прыгают? Выпендривается так еще. Думаешь, крутой? Так подойди, раз такой крутой. Куда он прыгает?
О, боже, он меня разводит на газ. Да ты лох, блин, иди сюда. Наконец-то. А я могу пройти дальше? Да, я могу дальше пройти. И он сдох. Но из-за него я жизнь потерял. Так, это я возьму. Да это чего? Вот это не ломается? Вот это, наверное, взрывается, да? Воу. Круто. Главное, чтобы меня туда не откинули. Блин. Долбаные обезьяны просто. Пошла туда. Иди отдыхай. Вот здесь что-нибудь есть? Бабки. Ну? Медленно он прыгает. Ну, опять ты. И ты. Я возьму все. Колобок долбанный, умри. Откуда у него огонь вообще? Он же ничего не пьет. И не поджигает. Да задолбал. Какой-то лох меня здесь лупасит. Вообще уже. До чего дошли? А как мне наверх? Я думал, это выстрелы какие-то. Чем вы здесь занимались? А я так могу? Почему от моих ударов нет ничего? Тоже искры хочу. Это босс? Не босс? Просто левые... леди. О, он ее сам схватил. Какой молодец. Все здесь забыли. Кто из них сильнее, зеленые? Да, зеленые. Да подошла, быстро. А мне сейчас жизнь закончится. Как всегда. Хилка. Хилка. Ясно. Да задолбали. Сколько можно? Сколько их здесь? Это, видимо, еще сильнее. Пусть вот так будет. Да боже. Их здесь нереально много. Все лезут, выпендриваются. Я, кстати, еще вот этот хотел сломать автомат.
Да пырни уже кого-нибудь. Все, минус люди. Можно вот так швыряться вообще. Вот, тут яблоко есть. Сюда иди. Умная самая. Блин, рано нажал. Шокер, это ладно. О, кенгуру, добрый день. Чем занят? В принципе, можешь сбегать, я тебя освободил. Если ты здесь был в плену. Хотя каждый зарабатывает как может. Мужик, ты из каких годов-то, а? Стоял, ждал меня. И он всегда ходит в своем костюмчике, видимо. Всегда готов к бою. Блин, прервал. Ну ладно, у меня 5 жизней. Сейчас он начнет своих звать. Где они? Я их не вижу. Ты точно кого-то зовешь? Сюда подошел. Вот это ломается? Стоп, вот это все ломается, что ли? Да блин, не трогай меня, он сейчас это схватит, и все, мне хана. Да отвали! Вот он сейчас пользуется тем, что я его не бью. Я хочу этой штукой ударить очень сильно. Ай, лох. Он меня бесить начинает. Я чисто из-за этого жизнь потерял. Я его легко мог перебить. Я просто хочу этим ушатать. Я думал, что это сильнее будет. Все, отвали. Наверняка, если бы я сломал все байки, дали бы какое-нибудь достижение. Вообще счет. Оценка вообще не меняется. Чайнатаун. Нет. Продолжать дальше будем уже в следующий раз. А пока что на этом можно закончить. Пока!